Дмитрий Витальевич, в команде сейчас один взрослый опытный вратарь Николас Светберг и целая группа молодых или не очень опытных вратарей. Как вообще строится работа по подготовке к сезону в этом смысле? Ну, сейчас с нами катаются три вратаря. Это Литвинов, Хомченко и Дубровский. Дубровский – это член юниорской сборной. Сейчас получил он приз лучшего вратаря в Сочи. Поэтому мы решили посмотреть на него, как он будет выглядеть. В принципе, эта работа пока на перспективу. Литвинов, Хомченко – это два вратаря, из которых мы должны примерно определиться до конца недели, кто из вратарей будет работать с нами в течение сезона. Ну и, конечно, в пятницу приедет Иван Федотов и, конечно, Николас Светберг. И тогда уже в полном составе мы приступим к работе в команде. Помимо названных вратарей есть еще Циркуль, есть еще молодые вратари системы, то есть Булыгин, Кожуховский. Вот с ними какая ситуация? Ну, я думаю, что мы будем производить такую... Легкий обмен такой между командами, потому что, в принципе, я считаю, что очень много равных вратарей. Тот же самый Тарасов Даниил очень неплохо выглядит. Я хочу сказать, что сейчас он занимает одни из ведущих ролей своей сборной. Я думаю, что дадим возможность где-то ему сыграть и в Таросе. Но это уже будем, конечно, принимать такие общие решения с руководством Тароса. И, конечно, будем подключать к команде. Определимся сейчас. Главное, чтобы у нас был надежный второй вратарь в команде. С Николасом Светбергом. И, конечно, кого-то будем из молодых ребят уже брать, подключать команду, работать с первой командой. Если вдруг, не дай бог, со Светбергом что-то случается в сезоне, получается, что команда остается без такого очевидного первого номера. Ну, вы знаете, в моей ситуации были такие моменты, но я думаю, что мы сможем возместить позицию второго вратаря, и я думаю, что она будет не слабее, чем в прошлом году, не слабее, чем Сахацкий, не слабее, чем Рафа. Я надеюсь, что мы это сможем сделать за время предсезонной подготовки. Поэтому я думаю, что каких-то больших ослаблений по сравнению с прошлым годом не будет. С кем-то из новых вратарей вы уже сталкивались в своей карьере, работали? Да, Иван Федотов, он был у меня в школе, мы с ним работали 4 года до того, как он уехал из Санкт-Петербурга. Он был в Санкт-Петербурге у нас в 96-м году, в СКА работал. И потом он уехал, соответственно, в Электросталь. С Электростали он уехал в Нефтехимик. Мы с ним работали, но это было давно, когда он еще был таким незрелым юношей, скажем так.